Поправить свое здоровье жители региона теперь могут в федеральном санатории Решма в Ивановской области. Центр вошел в программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого округа. О том, как стать пациентом одного из лучших санаториев страны, расскажет Любовь Пермякова. Медицинский центр Решма вошел в программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. То есть каждый житель региона, имеющий полис обязательного медицинского страхования, а также наличие определенных медицинских показаний, может пройти бесплатное лечение в этом федеральном центре. Путь начинается от лечащего врача. То есть если есть показания для того, чтобы человек приехал к нам на медицинскую реабилитацию, а именно на медицинской реабилитации мы специализируемся, то человек обращается к своему лечащему врачу, и тот уже, соответственно, выписывает направляющие документы, и по согласованию с нами в определенную дату он приезжает к нам. Сотрудничество с Решмой и Ненецким округом в рамках программы ОМС осуществляется уже второй год. В прошлом году реабилитацию в центре прошли 97 человек. Основным направлением медицинской деятельности центра является лечение заболеваний органов кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и медицинская реабилитация. Учебная база у нас очень обширная, мы постоянно ее совершенствуем, поскольку мы федералы, и к нам очень пристальное внимание. Поэтому у нас есть водолечение, магнитотерапия, барокамеры. Ну, как бы ее перечислить все невозможно, вот, потому что она постоянно расширяется в зависимости от различных профилей заболевания. Да. Напомню, медицинский центр находится в средней полосе в живописном центре на берегу реки Волги в окружении смешанных лесов. Для пациентов предусмотрены комфортабельные номера, полноценное четырехразовое питание и богатая культурно-массовая программа. Если мы берем главный корпус, то у нас все организовано для отдыха людей. То есть помимо того, что они проходят лечение, то есть у них очень обширная досуговая программа. У нас есть игровые комнаты, у нас есть спортивный зал, у нас есть замечательный киноконцертный зал. То есть у нас есть чем заняться, помимо того, что лечиться. Ну и, конечно же, самое главное, зачем к нам люди ездят, это за оздоровлением. Потому что, побывав у нас, человек получает иммунитет, в общем-то, на весь год. Кстати, поправить свое здоровье по этой программе в федеральном медицинском центре могут не только взрослые, но и дети. В 2000 году коллектив санатория создал детское отделение с прекрасными медицинскими кабинетами, спортивным залом и бассейном. Отлично обученный персонал ежедневно заботится о здоровье маленьких пациентов. Современная медицинская база позволяет не только диагностировать заболевания, но и выполнять ежедневный мониторинг и полноценное лечение. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».